25 лет колонии строгого режима запросила сторона обвинения для подсудимого Яранкина, который, по версии следствия, убил Екатерину Вашуркину, жену полицейского. Также прокурор требует взыскать по 3 миллиона рублей морального ущерба в пользу матери погибшей и мужа. Следствие уверено, убийство совершил лишь один человек, остальные избивали и грабили. После того, когда Яранкин совершил убийство, он высказал мысль, что необходимо поджечь дом, от чего Елтышев и Яцененко отказались, поскольку их умыслом не охватывало совершение убийства. Это полностью совершил, ну скажем так, по своей инициативе Яранкин. Он совершил убийство. Еще трое подсудимых могут провести за решеткой от 8 до 14 лет. А вот девушке, которая, по версии следствия, только помогала скрыть следы преступления, прокурор попросил назначить штраф 50 тысяч рублей. Сами же свою вину признали, правда, частично, и рассчитывают на менее суровое наказание. Я считаю себя вменяемым. Я считаю, на тот момент у меня было вызвано психическое неустройство. Адвокат Яранкина утверждает, никакого сговора не было. Семью полицейских хотели лишь ограбить. А дальше ситуация вышла из-под контроля. Если с Яранкина снимут обвинение в организации убийства, срок наказания существенно сократится. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.